Автобои – зрелище не для слабонервных. Участники сражений – не просто любители экстрима, а кровожадные гладиаторы, которые приехали сюда только за одним. Крушить машины, забирать детали. Но главная цель – почему вы здесь? Потому что здесь будет много обломков и крови. Каждый гладиаторский автомобиль по-своему уникален. Яркие рисунки и отличительные надписи не позволяют спутать один с другим. Глядя на боевые машины, не сразу поверишь, что они на ходу. Но после начала битвы в их работоспособности уже никто не сомневался. Итак, сейчас мы находимся в Кубинке на территории танкового музея, где через несколько минут начнется шоу автогладиаторов, где 14 спортсменов будут бороться до последнего. Останется только один. Битва состояла из нескольких сражений. В каждом участвовало по 3 железных коня. Уехать с поля боя участник мог только при одном условии – если он одерживает победу. Проигравшие уходили с места сражения на своих двоих, а их машины беспощадно добивали гладиаторы. С поля битвы во все стороны летела грязь и железные обломки. Поэтому близко к арене зрители подходить не решались. Слишком страшно. А что чувствует находящийся внутри, и представить нельзя. Много-много адреналина. Жалко, что машинка подвела. Ну, я думаю, может, восстановим. Поедем еще. После битвы не уцелел ни один железный конь. Разъяренная толпа гладиаторов никого не пожалела. Дарья Киреева, Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».